Коммунальщики продолжают очищать улицы города от льда. На проезжей части используют грейдер. А вот ледовую корку на тротуарах снять спецтехникой нельзя. Сотрудники КЗХ применяют песко-соляную смесь. В ней 90% мытого речного песка. После того, как его добыли, лабораторно исследуют, соответствует ли материал стандарту. 10% смеси – техническая соль. Техническая соль – это соль каменная, которая добывается в карьерах, ту, в принципе, которую мы с вами употребляем в пищу. Отличается она только тем, что в пищу мы употребляем уже отбеленную, как бы беленькую, а это здесь она немножко имеет коричневый оттенок, но никак не влияет на ее качество. Для обработки подъездов к садикам, школам, тротуарам и дворам было заготовлено 1500 кубических метров песко-соляной смеси. Алексей Гаврилов отметил, что организация соблюдает все требования и стандарты. Во дворах подсыпку также выполняет КЗХ, но по заявкам управляющих компаний. Те, в свою очередь, руководствуются жалобами жильцов и обращениями в травмпункт.